С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2023 годом! Санта-Клаус не придет, ведь у нас нет трубы. Вот увидишь. Властью, данной мне согласно параграфу 7 раздела 47 распоряжения 43-84-76, сообщаю, что мистер Арчибальд Баттл, проживающий по адресу Норт Тауэр 412, приглашается в Министерство информации для дачи показаний, и с него будет взыскана некая сумма согласно постановлению РБ/СС/907/X. Распишитесь, пожалуйста. Папа! Куда вы его тащите? Прошу. Спасибо. Еще раз, прошу. Посильнее нажимайте. Хорошо. Что все это значит? Ваша квитанция за мужа, спасибо. А это моя квитанция за вашу квитанцию. Поэт, зачем и для кого ты пишешь? Писать стихи теперь как-то не модно. Всем все равно, что ты стихами дышишь. Им слушать твои мысли неугодно. Ты время свое тратишь на искусство. В надежде принесет оно всем благо. Им наплевать, что изливаешь свои чувства. Перенося их нежно в рифме на бумагу. В попытках докричаться до народа о том, что все глухи, немы и слепы, ты ожидаешь верного исхода. Но для людей твои слова нелепы. Ты о любви писал, разлуке, жизни, смерти, делах житейских и даже о высоком. В конце концов, твой пыл давно исчерпан. Твой дар в итоге стал твоим же роком. Бросай мечтать, займись скорее делом. Все мысли спрячь за толстой стеною. Обремени себя каким-нибудь наделом. Так проще слиться с серой толпою. Поверь мне, я пишу не ради славы, не чтоб баблом набить свои карманы, и не для женщин сыплю, как приправу, чтоб среди них прослыться Дон Жуаном. Хочу одно, чтоб все вокруг прозрели, чтоб кисти не маленько ближе стали, чтоб потянуться к свету захотели, из сердца лед все дружно чтоб достали. Хочу, чтоб к предкам взор свой обратили, из дома ламихузу чтоб прогнали, от мрака разум свой освободили, детей своих чтоб светом воспитали. И лишь когда настанет света время, когда добром и правдой люто крепнет, оков рабов послушных сбросит бремя, с глаз пелена, когда у всех исчезнет. Я брошу все, займусь скорее делом, родим детишек с милою женою, обременю себе каким-нибудь наделом, и я собьюсь со светлою толпою.